Эти родители немного волнуются и внимательно слушают правила предстоящих соревнований, а их дети в это время занимаются своими делами. А зря, ведь именно им и придется выступать в роли спортсменов. Но им простительно, ведь победа здесь не главное. Семейная акция «Маленький чемпион» рассчитана на то, чтобы отцы, мамы и их малыши получили массу эмоций и проверили свое взаимопонимание. Это мероприятие особенно тем, что оно проходит после очень большого перерыва. Дело в том, что 3 года бег в ползунках не проводился, к сожалению. Мероприятие будет ежегодным, я обещаю. Более того, мы его будем как-то еще развивать, привлекать, наверное, каких-то звезд. Забавный чемпионат объединил в себе 3 категории – ползуны, бегуны и несуны. На старте состязаний только малыши от 6 месяцев до 3 лет. Рядом лишь группа поддержки в виде родителей, братьев и сестер. Помогать физически нельзя, но можно мотивировать. Здесь у каждого находятся свои секретные приемы. Одни зовут к финишу ребенка с помощью шоколадки, другие – с помощью игрушки, а кто-то и вовсе заманивает пультом от телевизора. В каждом маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Это надо у него спросить, вот когда говорить научится, обязательно скажем, почему пульт, вот нравится ему пульт, телефоны. Прям лезет. Мужчина, да, видимо, растет техник будущий. Многих участников привел обычный азарт и желание весело провести время, но находились и те, для кого соревнования стали первой проверкой своего потенциального спортсмена. Как видите, у нас даже есть спортивная футболка, там заклеено, но на спине у нас написано «Анохов», то есть это уже полноценный спортсмен, но у нас семья, папа карате занимается, поэтому пока у нас наметки, мы планируем в карате податься. Хоть результаты участников и подсчитывались на полном серьезе, победивших и проигравших по итогу все равно не оказалось. Награды достались каждой семье. А главное, что помимо призов и грамот, родители получили огромную дозу умиления и счастливые лица своих детей. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на 8.